Ребра сдавить очень больно, да? Вот хорошо кимонишка есть, да? Вот еще опору в кимоно, смотрите, спинка ровненькая. И начинаю локтем давить вот в те места, куда обычно локти внутренне бьется. Uh-huh. Вот, вот эти точки, вот они, прямо эти точки. То есть они прямо здесь под локтями получаются. И я давлю не его ногу, я давлю свою ногу, но через его. Вот. Ой-ой-ой. Ну, расцеплять надо разбойно. Вот начинается работа, вот начинается работа. И вот начинается я одну. Вот видите, прошел ножку. Вот, прошел ножку. Вот, опять же, вот контроль, смотрите. Вот контроль. И пошли еще параллельно. Вот контроль. Ой, ну ты себе нога, рука отключать что хочешь. Дальше, я убираю обязательно правую ногу. Почему? Потому что если левую освобожу, мне сразу правую ногами обхватит. Поэтому я ногу убираю. Вот такой тоже контроль и болевой есть. О. А, ну тоже на диафрагму. Да, да. Вот это из той же серии, вот утушение. Казалось бы, ничего нету, да? Как убежать, да? Оп, захватик. Захватик. И правая рука идет на диафрагмочку. Вот сюда. И высит. Вот. Опять на нем три точки опоры. То есть всегда на три точки опоры держать, чтобы устойчивое положение. Вот это мы делали. Ты...